Добрый день! Предлагаю вашему вниманию обзор двух новинок, которые появились у нас в магазине «Богатырский 4». Вот. Одна из них называется iSpy Tank. Вторая моделька – Cloud Rover. Вот. В чем уникальность данных моделей? Управление осуществляется с помощью мобильных устройств типа iPad, iPhone, либо также любых других устройств, поддерживающих операционную систему Android. Для того, чтобы осуществить управление данной моделью, нам необходимо, во-первых, скачать приложение. Если у вас iPad либо iPhone, мы заходим на App Store, в поиске прописываем iSpy, нам выдает приложение, мы его скачиваем на свое устройство, сохраняем. Передача данных передается посредством системы Wi-Fi. Здесь довольно-таки хорошая камера. Подключаем Wi-Fi. Ну, в принципе, все. Сразу выводится картинка на экран. По органам управления все достаточно просто. Знаю, кстати, да? Лево, вправо. Назад, вперед. Также есть возможность регулировки камеры. Сейчас покажу. Вверх, вниз. Картинка передается у нас на наше устройство. Есть возможность фотосъемки. Также видеосъемка производится. Есть у нас так, видеосъемка пошла. Также доступен второй вариант устройства. В принципе, по функционалу то же самое. Единственная форма. Как бы все наверное.